Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет показано о древних статуях Южной Суматры, Индонезия. Такие винтажные фото во время там какой-то экспедиции, которая была, туда была, проводилась. Я, насколько смогу, покажу информацию обо всем этом. И такие древние винтажные черно-белые фотографии оттуда. Как оно было примерно 100 и больше лет назад. Такие интересные древние статуи, показывающие каких-то древних идолов. Какая цивилизация, это толком непонятно. Ну, есть, конечно, официальные гипотезы, но они не более чем гипотезы, кто его знает. Каких-то странных таких человекоподобных существ и прочих существ непонятных. Все это в таком полуболотистой местности такой. Кого они изображают, непонятно. Кто там жил, толком непонятно. Я по Индонезии уже сделал несколько видео о древних статуях, о древних кувшинах. Статуи, что самое интересное, немножко напоминают статуи острова Пасхи. Конечно, там разница такая существенная, но вот именно как вот они руки держат, как они вот расположение, немножко напоминает статуи острова Пасхи. И даже Гобекли Тепе тоже вот так вот немножко напоминает. Хотя между ними там многие тысячи километров расстояния, но вот общие символы немного сходны, идентичны. Все остальное вы видите дальше видео, немножко больше информации расскажу в самом видео. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо, кто помогает моему YouTube-каналу. Все остальное будет показано об этих статуях, древних винтажных фотографиях этих статуях на острове Суматра. Будет показано видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Thank you.
Thank you.